Импрессионисты есть, столько много сейчас действительно направлений, но законы же
живописи не меняются. Законы цвета, гармонии, равновесия, композиции, суть. Это вот основа есть веданта, без которой невозможно вообще какое-то философское размышление. И вот веданты, они говорят, как и все направления мысли, указывают на цель познания. Если есть процесс познания, должна быть цель познания, конечная цель познания. Ведантисты говорят об этом как? Непроявленное, здесь говорит. Авьякта. Первое слово. Авьякта значит непроявленное. Мы не можем это воспринимать чувствами. И духом. Потому что для нас это не проявлено. Оно где-то существует, но не проявлено. То есть в нашем быту это называется некая мечта. Мы ее не видим, но мечтаем об этом, хотим этого. Даже иногда не знаю, чего я хочу. Называется где-то оно существует, но его нет. Но это то, что я желаю. Вот все стремятся к этому непроявленному, видите? Его нет, но они к нему стремятся. Как мечта, как высшее желание, цель жизни. Если мы попросим каждого сейчас пофантазировать, что бы он хотел в конечном итоге своей жизни, как он хотел бы жить вот в конечном итоге. Просто так. Вы опишите непроявленный мир. Мир. И Акшара вечный, то есть не подвержен изменениям, разрушениям. Жить в таком мире, который не разрушает наши ценности, а поддерживает, сохраняет то, что мы имеем, и дает то, чего еще не хватает. Не так? Вот именно так. Называется Акшара. Непроявленная, как мечта, здесь мы не видим такой гармонии, такой идиллии, это некая идеализация жизни, но все вот хотят это непроявленного счастья, какого-то немыслимого счастья. Любое невоображаемое счастье я готов. Это ведантисты описывают. Непроявлено нетленное. И то, что именует высшее. Конечно, означает попав в ту сферу, живое существо ничего больше не пожелает. Странно. Трудно представить в материальном мире, куда бы я ни попал, мои желания не прекращаются, я чего-то больше хочу. Здесь ведантисты говорят, есть такая обитель, попав туда, живое существо больше ничего не пожелает. Все, желание останавливается. Высшая цель места, достигнув которой живое существо никогда не возвращается в материальный мир. С места на место, из города в город, на квартиру, из страны в страну. Есть такая тенденция. Многие люди перемещаются. Пытаются найти место получше. Например, если мы живем в каком-то бараке доисторическом. Конечно, мечтаем. Наша непроявленная мечта, понятно, основывается на опыте других, хорошая квартира, хороший дом. Но даже если переместились в хороший дом, в хорошую квартиру, но полжизни прожили в бараке, мы возвращаемся на то место и вспоминаем, как жил в этом бараке. Я такой сентимент, знаете, да? Знакомое такое чувство. Если даже на помойке мы там прожили полжизни, все равно возвращаться на ту помойку и думать, я здесь жил. Нам хочется табличку оставить там, здесь жил Вася. Как-то вот есть тенденция возвращаться к этим воспоминаниям, верно же? Да, люди проживают жизнь лет до 60-70, а потом тенденция у всех описать свою жизнь, вернуться, вспомнить прошлое, вернуться снова. Но здесь говорится, не возвращаются оттуда. Все, покончено с возвращением. Это наша проблема с вами. Мы просто возвращаемся к материальному существованию. Даже если там что-то удивительное, снова вернемся. Цапля, помните цапля? Ходит по берегу озера и ищет пиявок. Илюшка. Она, в общем, природная цапля, знаете, она умеет их ловить, так оп, подбрасывает вверх, видели? Клювом так, Илюшка. Да. И снова. Оп. Ну, она может так целый день делать. Попробуйте, это интересно. Подбрасывайте в рот. Если так делали,
учились? Учились, нет? Раз что-то в рот ловили, я делал это, пока не научился. Это и спорт могу делать. Как-нибудь покажу, как на другой лице. Технологии теста покажу. Со сцены как-то. Здравствуйте. Всем очень нравится. И у нее этот вкус, понимаете, она природная цапля, ей нравится это делать. И однажды случилось некое чудо. Из непроявленного проявилась какая-то птица небесная. С небес стала спускаться. Озарила своим сиянием все вокруг вообще. Какой-то царь, лебедь, писающий красоты. Сел на воды этого озера. Потирать в лотосы, знаете, плескаться в воде, цапля, рот раскрыл. Счастливые пиявки. Ты кто? Он спросил цапля. Такой красоты никогда не видел. Ты что за птица? Откуда? Я Раджахана сказал. Такое название. Царственный лебедь. Ты с другой планеты. Я с райской планеты. Я сейчас просто там здесь отдыхаю. Между прилетом. Расскажи мне, что такое рай. Где ты живешь? Там все такое красивое. Что такое, что за жизнь там? Лебедь дал целую лекцию. Сказал, то, что ведантисты называют то-то, то-то, то-то. Откуда никто никогда не возвращается. Это есть та самая райская высшая обитель, высшая планета. Скажу, Раджахам. И он говорит, там вода подобная сладкому нектару. Не такая, как здесь. Хилотосов на многие мили вокруг распространяются. Проглухает воздух, вода, атмосфера. Там все счастливы, там любовь. Все сияют собственным светом, там нет жадости. Знаете, такой мир не проявлен. Здесь нет такого мира, но мы хотим такой мир. Цапля заплакала. Не пробудилась вера, у нее сознание мозги расширились, но, боже мой, я так разъебаю. Что тут делать вообще? Возьми меня с собой. На райскую планету. Мы полетели, смотри, прямо сейчас. То есть возвращаясь, даже услышав, не проявлено, складывая книги, священных книг, и даже подглядев, есть такие люди, которые даже опыт имеют, маленькие, небольшие, они все же метут возвращаться в материальный мир, к этим же обстоятельствам, несовершенным обстоятельствам, привязанным существом. Как Иисус говорил, но он использовал такие, неприятные примеры использовал. Ну как пес имеет привычку возвращаться к собственной природе. Также человек, услышав о трансцендентном мире, возвращается к своей работе, к своему бизнесу, к своей материальной жадной природе, к своей жадности, к своему мужчине. Даже услышав. Но здесь говорится, человек, который именно достиг этой атмосферы, не вернется. Возвращается, значит, еще отождествляет себя с этим миром. Я часть этого мира. Не так ли? Можно полететь на Луну, но я часть мира. Но я говорю, да, что я это материальное тело. Куда бы ни полетели космонавты, не вернутся снова в свой дом, в своей жене, в постель. И даже если на Луну полетят, там они будут есть, спать, углубляться, вернуться. Ничего нового не могут сделать, что это телесная концепция, она сохраняется, пока мы находимся в этом теле, я отождествляю себя с телом. И пока мы себя отождествляем с телом, мы не можем получить знания. Мы все сравниваем с собой, с этим телом. На Луне воздуха нет, там не может жить никто, как никто. Это тело не может жить на Луне. Почему никто? Почему думаешь, что все должны быть такие, как ты? Этот человек думает по-другому, он не прав. Почему думаешь, что все должны думать, как ты? Сравнишь что-то с собой, это обусловлено, ты не можешь получить знания какие-то другие. У тебя не умещаются другие концепции, другие точки зрения, другой опыт.
Лягушка всю жизнь в колодце, как у нее тут воды? Несколько метров глубины воды, квадратный метр. Вот она знает, какая легкость воды в ее опыте с рождения. Но знаете, одна лягушка, она совершила чудо. Невольно. Кто-то забросил ведро в колодец, и с лягушкой стал ведро воды. Вы там лягушку такую выплеснул наружу и ушел. И оказалось, лягушка впервые в жизни за пределами колодца. Она же дошла до океана, представьте. И такого не могла даже представить. Но это был факт. Океан бушевал. О боже, мало этот колодец. Эти мои представления. Надо срочно вернуться в колодец. И всем рассказать про океан. Ведь они же так умрут, ничего даже не услышат. И что лягушка на колодец. Собрала аудиторию. Объявила платный семинар. Скоро дожила по полочке. Логику, философию, психологию. Даже прочитала Бхагавад-гиту и сказала: дорогие мои, набрались смелости. У всех тормозит. Что есть океан воды, а вы живете во тьме. Никто никак не отреагировал, знаете, смотрел на готовку. Ты про что говоришь вообще? Какой океан воды? Ты что имеешь в виду? Ты можешь дать какое-то более-менее ясное представление о том, что ты говоришь? Это сколько воды ты имеешь в виду? Два колодца? Да, выдала лягушка. Да при чем тут колодцы вообще? Но почему он все сравнивает с колодцами? А с чем, дорогая, еще сравнивать? У тебя что, есть другие измерения? Ты что, с ума сошла? Да нет, колодцы тут ни при чем. Вообще безграничное количество воды. Не говори глупости. Но, может быть, 10 колодцев, я еще поверю. Но как это может быть столько воды? Исследователи описывают, есть в океане, есть в океане молоко во Вселенной. Человек мыслит точно так же. Молоко. Это же хорошее. А кстати, Юрий уже 100 тысяч лет на планете Земля. Да нет, что. Это как моя бабушка. Я ей сказал, что после смерти душа не умирает. Тело умирает. Она переселяется в другое тело. Может, встать. Не только человек. Она и что? Ты комаров, что ли? Я говорю, да, дам тебе. А что, ты комаров не видишь, что ли? Кто-то становится комаров. Почему не видишь? Вот факты же перед вами. Кто-то же комаров. Причем живой, он живой. Тело только разное. А суть то же самое же. Но именно с этим телом комар уже по-другому. Третьего пропагает, ну как вы можете общаться с лягушкой, если вы кит? Если другие объемы воды вокруг вас должны быть, как вы можете с лягушкой найти общий язык? Я ему говорю, веды, веданта, непроявленная, запредельная, невоспринимаемая, вечная, неразрушимая, где-то существует. Но для меня это подобно сказке вообще. Здесь все умирают, здесь все меняется. Здесь нет ни одной философии, которую можно было абсолютно принять. Столько философий, тут путаница вообще. И тут очередная просто точка зрения чья-то. Я не могу решить этот вопрос, я не могу вот этот стих понять, в чем здесь пишется. Понять его можно, если мы прочитаем внимательно последнюю строчку. Татама парамам баба. Бог говорит, это моя обитель. Вот тут мы начинаем что-то понимать. Это касается Бога. Определение Бог может все. Если я хоть не смыслить, я могу думать, что есть такая высшая. На самом деле вечность. Это может быть, если связано с человеком. Если связано с человеком, но никак не вяжется, то что спешится. Но Кришна говорит, да там парама. Потому что встретит там меня. И тогда мы вспомним потрясающую вещь. Мы вспомним, как жили в этом мире. Тут были наши ценности, друзья, жена, муж, дети. Работали деньги, у кого-то любовница еще была. Тоже что-то в жизни было такое, знаете, напоминающее счастье. Было всякое.
Но когда мы встретим Кришну в обители, или даже еще раньше, когда начнем понимать Бога в сердце, мы сможем осознать, это были Его проявления. Почему я к этому привязывался? Я к Кришне привязывался, но я не знал, что это Кришна. Например, мы привязаны к самому себе, к своей внешности. А как мы к ней привязаны? Через зеркало. Мы не можем непосредственно, когда мы увидим даже себя, смотрите, мы в зеркало смотрим, мы в зеркало привязываем. Но зеркало мы не имеем в виду, почему зеркало? Это я там, отражение. Ты через зеркало себя видишь. Так же и Кришна. Здесь мы видим кого? Жена. Мой сын. Дорогие мои, это отражение. Почему это вы думаете, что вот это вот существо, ваш сын? Почему вы так чувствуете? Почему вы так не можете? Почему такая сильная привязка развивается? Понимаете, откуда это? Природа какая? Почему? Почему чужой сын не так не волнует? Эти внутренние отношения, это от Кришны исходит, это внутренняя энергия. И так и говорится, что Бог Отец всех живых существ. Отец, я понимаю, до какой-то степени это слово, потому что тут есть тоже Отец. Это отражение от того. Вы знаете, если говорить о духовном мире, о Галуке Вриндаване, мы можем понять через отражение ее. Здесь нет прямого свидетельства в этом мире. Но сейчас вы поверите в это. Знаете почему? Планета Земля так устроена. Дело не в том, что сейчас лекция какая-то идет. А так устроена планета Земля. Просто ничего поговорим про это. Именно как она фактически устроена. Планета Земля, согласно физической литературе, средняя планета. Ни высшая планета и ни низшая планета. Что это за деление высшее и низшее? Ну, то есть счастье, безраздельное, безграничное счастье – это высшая планета. И нет страданий, скажем. Конечно, не везде есть материальный мир, но минимум страдаем. Но долгий срок жизни, здоровья, гарантированно, болезней нет, красивая внешность, разум, интеллект, пища, воздух, все райское, ну, описывается тоже в писаниях. Есть такие планеты, высшие планеты. Есть низшие планеты, где дольше страданий, страданий больше там. Для наказания. Ад. До ада это глубоко, это очень, это бездомные пропасти внизу. Под землей. И над землей мы не можем представить эту дистанцию. Космические корабли не могут ни туда, ни туда проникнуть. Дай Бог на орбиту и назад. Движение быстрее. Это невозможно. Для физического тела это невозможно. Немыслимо преодолевать такие дистанции, причем в другие измерения проникать. На космическом корабле невозможно. Это достигается по-другому, видите, говорится. При помощи йоги. Момент смерти. Мы с вами должны сосредоточить ум на той обитель, куда хотим попасть. И тонкое тело переносит туда и воплощается у своих родителей. Вот, вот так вы проникаете в другие сферы. Уже получаете тело, способное жить там, никаких космических кораблей, йога. Но если мы развиваем адское мышление, злобное мышление, это путь туда, вниз. И там описывается веда. Семь планетных систем ниже, семь планетных систем выше, их названия, эти локи, и какая там жизнь. Гораздо больше этих, конечно, планет, но уровни вот 14. И Земля как раз вот ровно середина, выше среди низших и ниже среди всех высших, то есть перекрестный пункт. И что удивительно, и вы сейчас это подтвердите опытом, на Земле перекрестках и тех, и других дорог. Тут есть представительство ада, тут есть представительство рая, тут есть много разных представительств. Фактически все, что окружает планету Земля, находит в ней представительство посольства, так сказать. Разное где-то прям райские условия жизни, как на Маврике. Кусочек рая кто был там. Моя дочь была на Маврике, и приятные тоже некоторые ездили на Маврике с программой, с Галиной Махараджем еще. Они рассказывали, что такое Маврики. Там даже комаров, там змей нет. Там ничто не угрожает человеку. Круглый год климат благоприятный для того, чтобы жить просто на улице. Фрукты дают Маврики все, которые есть в мире, еще те, которых нигде нет, только на Маврики. Изобилие всего. Одних сортов манго до 70 штук сортов. Только один манго. Не говоря уже о других, тут просто изобилие. Климат, теплая вода вокруг океанская, то есть Маврики.
Сейчас я придумаю. Рай, хотим в рай, хотим в рай, да, хотим в отпуск съездить туда, вернуться снова на работу. Потому что вот деньги определяют, сколько я там пробуду, сколько денег, сколько кармы накопил хорошую, сто ровно столько там пробуду в раю. А здесь я зарабатываю карму. И что это значит, что зарабатываю карму? Выбор предоставляется на планете Земля. Куда ты хочешь пойти? Тут много всяких представительств. Тут также есть представительство и духовного мира. Это особенность этой планеты. Вот она такая вот сложная, жизнь на Земле, но очень ценная, сейчас говорю, ценнее, чем жизнь глубоко. Потому что выбор здесь колоссальный. И можно выбрать вот то, что здесь описано, почему ты годится людям Земле. Вы встречали такие знания, которые не находят примера в жизни? Но тогда это не знание. Если вы не можете привести примеры, подтвердить то, что написано, то на какой смысл, то никто не поймет этого. И здесь описывается высший обитель Кришны. А где пример? Он должен быть. Раз дается такое знание, дается с примером вместе. Этот пример посольства духовного мира, который существует на планете Земля, Галока Вриндавана, отпечатывается как Вриндавана Дхама, земная, Паума Вриндавана, в области Индии. Называется Вриндавана место. Теперь все его прекрасно знают, и все хотят там жить. Бывает, что даже климат не подходит, это индийский, так сказать, южный климат, так? Но дух Вриндавана никто не может забыть, если были там даже 3 дня в жизни. То есть преданный сразу получает этот уникальный опыт духовного мира. Это посольство. Можете в точности понять, до какой-то степени, конечно, что такое Галока Вриндавана. То есть раз Кришна это потребитель, он дает нам пример здесь, чтобы мы могли получить некий опыт. То есть там распространяется в сердцах людей живут Пхавы, так можно понять Вриндавана. По внешности нельзя понять по фотографии, недостаточно. Ну, это простое место, ну, деревня бывшая. Сейчас уже город там строится, из-за паломников. Сейчас настоящий город с пробками уже возникает. Из-за паломников со всего мира. А изначально просто была деревня, и там не было таких дорог асфальтированных. Там не было ни одной машины вообще. Я сказал, Вриндавана, земля американцев, как сказал. Там нет ни одной машины. Там тропы. Нектарные, из пыли, хоть и босиком, это просто блаженство в том Вриндаване находиться. И деревья дают тень, манго, папайю, ручьи. Там выше рая, потому что внешне как рай, а внутри такого счастья даже в районе нет. Можно даже с деревьями разговаривать в Вриндаване. Это не деревья, это колпа Вриндаваны, говорится, которые растут на голове Вриндаване. Они исполняют желания поныне. То искренне к ним обращается. То есть дерево исполняет желание. Здесь тоже исполняет желание. Аппорт, пожалуйста, возьми, только посади, говорит, ты пойдешь. Но только аппорт. Этого дерева нельзя ждать чего-то другого. Но Калпа Врикша дает разные вещи. Ишбармак, пожалуйста. Только без мяса. Плов тоже, но без мяса только. Вы удивитесь, ну что ж за деревья такие? Это же Галока Вриндавана. Это нематериальное устройство. Материя ограничена возможностями. Химики доказали это. Нужно знать эти всякие вот соединения химии, их свойства, тогда можно что-то получить. А если не знаешь, не получишь. Но в духовном мире там другая химия. То, что хотел, получаешь откуда угодно. Все желания исполняются. Это обитель Бога, понимаете? Есть прообраз такой сказки, русская, не русская сказка, греческая сказка, но она стала русской потом. Альдите точно. Где этот отец-путешественник должен выполнить желание дочерей, особенно младшую он любит. Она нет мира сего, знаете, аленький цветочек. Вот как будто он необычный, он исполняющий все желания, наш цветочек. Даже отец повел в эту ерунду, понимаете? Конечно, бы сказки бы не было, видите? А ведь кажется, это ерунда для его старших дочерей, они смеются над младшим. Нам, мне, зеркальце, там, кому-то еще что-то практично, а тут аленький цветочек. Верит маленький цветочек, как малый кроссов, здесь кто-то верит. Здесь не хватит денег на малый кроссов, сейчас на кого. И вот этот человек, он терпит нарушение, он в путешествии, занимается цветочками,
чуть не погибает с этой мыслью и выбрасывает его волны, да, и летает на такой чудесный таинственный остров. Все очень загадочно. Сказки. Он вроде на этом озере увидит, никого нет, но все же не исполняется. Но это ведь перед собой дворец красоты небесной. Но озеро, а пути к нему, это же лодка появляется. Но становится, она плывет без весел. И песни возникают, какие вы хотите слышать, и музыка вам слышится. Заходит в залы, где что-то хозяин, никто не отвлекается. Голод чувствует, и стол возникает сразу. И то, что он хочет, удивительно. И там находит маленький цветочек. Там исполняются все желания. Что это за сказка? Я называю это сказкой, потому что в материальном мире это сказка. В нашем измерении это невозможно. Это только представить. Но мы желаем попасть в мир исполнения желаний. Можно попасть, если очистить сердце. Почему попадаем с вами из духовного мира в материальный? Зачем? Где желания не исполняются так просто. Потому что так работать, так трудиться. Столько совершать ошибок и столько можно зла совершить, прежде чем я исполню свои желания. Как такое устроено? Тяжело как-то. Несправедливо, что ли? Да, потому что мои желания нечисты. Я попал в этот мир, где я получаю это в борьбе и с опытом. Но когда сердце очищается, желания исполняются. Все искренние желания, настоящие. Вриндавана – это место исполнения желаний. Но чтобы попасть в Вриндавану, недостаточно купить туда билет. Нужно знать, с какими желаниями подойти. К этой дхаме, парамам, дхамам, высшая дхама, она живая. Она меня сразу распознает. Я только захочу поехать туда, и она сразу распознает меня уже здесь. Прямо здесь, в Алмате. И начнутся испытания аскезы, прежде чем я попаду туда. Многие билет теряют, и в дороге начинаются какие-то приключения, прежде чем они, и они понимают, это влияние уже там, потому что я услышал о ней, и я захотел туда, и она отвечает. Мы еще не читали комментарии, читаем небольшой. Брахма Самхити, высшая ветвь Кришны, верховной личностью названа Чинтамани Дхама, место, где исполняются все желания. В этой обители Галоки Вриндаване множество дворцов, построенных из философского камня. Там растут деревья желаний и пасутся коровы Сурабхи, дающие сколько угодно молока. В этой обители тысячи богинь процветания, Лакшми служит Господу, которого называют Говинда, предвечным, причиной всех причин. Господь играет на флейте, вину, квантам. Его божественный облик очаровывает все три мира. Его глаза подобны лепесткам лотоса, а тело цвета напоминает грозовое облако. Облик Господа столь пленителен, что своей красотой он затмевает тысячи богов любви. И носит шафранно-желтые одежды. На шее у него гирлянды из цветов, а в волосах красуется павлинье перо. Бхагавадгите Господь Кришна говорит о своей обители Галоке Вриндаване, главной планете духовного мира, совсем немного. Более подробное описание этой планеты приводится в Брахма Самхите. Веда Катха Упанишад говорит, что обитель Верховного Господа выше всех миров, и что она высшая цель каждого. Пурушам на парам кинчит сакаш. Каштапарамгати. Тот, кто достиг ее, никогда не вернется в материальный мир. Высшая ветвь Кришны и сам Кришна не отличны друг от друга, ибо обладают одной природой. На земле Галока Вриндавана проявлена как Вриндаван, небольшой город в Индии, расположенный в округе Матхуру, в 144 километрах к юго-востоку от Дели. Придя на землю, Кришна явил всем свои игры в районе Вриндавана, занимающим площадь в 215 квадратных километров. То, что Прабхупада сделает короткий комментарий к этому стиху вкратце. То есть более подробное описание, что же это за Галока Вриндавана, что это за место. И если сложить, например, есть такое представление об измерениях. Если человеческое счастье увеличится 100 крат, это счастье будет у богов на высшей планете. Если счастье у богов увеличится 100 крат, это счастье Индры
царя глубоков, в его городе Амаравати. Амаравати находится на вершине горы Меру, вершине Вселенной, но не выше сати Луки. Если счастье Индры умножить в 100 крат, это счастье будет Праджапати. Праджапати — это прародители всех живых существ Вселенной. Если счастье Праджапати увеличить в 100 крат, это счастье будет Брахмы, Творца Вселенной. Уже безгранично наше понимание счастья. Но если счастье Брахмы увеличить в 100 крат, это счастье будет Шивы, который не находится в материальном мире уже практически. На границе между материей и духом находится в материале. Кайлас. Кайлаш. Если счастье Шивы увеличит 100 крат, то будет счастье Вишну. Дальше не описывается еще. На этом нужно остановиться уже достаточно, умножать. Мы остановим, уже не воспринимаем эти цифры дальше. Но дальше говорится, что если сложить все счастье Вайкунхи из граничного духовного мира на всех планетах и умножить его, это будет счастье Галука Вриндавана. Она занимает пространство безграничное, она везде на Земле. И в то же время занимает конкретное место в духовном мире. Но она и здесь, и не здесь, и везде, и нигде. Но говорится, что Галока Вриндавана — это не географическое место, а духовное место. Там, где есть духовное преданное служение Радхе и Кришне, там проявляется Галока Вриндавана, потому что любое место. Даже ресторан пирата. Прямо в ресторане пират можно создать атмосферу Галоки Вриндавана, если поклоняться Радхе и Кришне. Воспевать их имена, говорить об их обители, о Бхагавадгите, атмосфера эта раскрывается, как лотос, говорится, подобно лотосу. Тысячи лепестков лотоса. Сколько бы ни говорили, только с квалификацией, а оно, так сказать, снова, тысячи лепестков лотоса. Бесконечно будет раскрываться и раскрываться, бесконечно. Это Галоки Вриндавана. И в какой степени мы сможем понять Бога, Кришну, в той степени, насколько мы преданы Ему, от любви зависит наше понимание. Не от учености, а именно от отношений. Поэтому познается Бог через служение, через отношения, через чистое, любовное, преданное служение. Бхакти, вам апиджанати, ведь меня можно познать только через бхакти, через любовь и служение. Потом обращается Веселит Бхагавадгите: «Служи мне, думай обо мне, и буди жить со мной». Он ко всем обращается. Вот это путь йоги. Мы обычно, если хотим чего-то достичь, мы транспорт ищем деньги. Это наше материальное отождествление, представление. Да, это так здесь. Нужен транспорт, нужны деньги, чтобы переместиться во Вриндаван. Но Прабхупада сказал: вы не можете попасть в Вриндаван, просто купив туда билет. Подожди, в атмосферу Вриндавана. Как только вы повторяете Харе Кришна мантру, занимаетесь преданным служением, путь по Вриндавану начался уже. На этом пути вы познаете все. И ад, и рай, и высшие планеты, и Брахма-локу, и то, что за пределами. В этом теле, в этой короткой жизни. Это ценность человеческого воплощения. Здесь есть все на планете Земля, но мы все не понимаем, поэтому враждуем. Мы говорим: это не то, что ты делаешь. Нужно так делать. Это разные представительства. Планета Земля, она смешана. Просто мы должны знать, что важно для нас выбрать отсюда. Например, вы идете в магазин и говорите: ну, эти вещи все лишние, вырасти, мне вот только вот эта нужна вещь. Но кому-то нужна и другая вещь. То есть на планете Земля представлены различные уровни сознания, от самых простых форм жизни человеческих до самых возвышенных, ариев. Поэтому есть разные религии, разные представительства. Кто-то верит в полубогов, кто-то верит в Бога безличного. Кто-то верит в Бога как в личность Нараяну, кто-то говорит, он Рама, кто-то говорит, он Будда. Это, да, разные человеческие представления, потому что с разных вселенных на этой перекрестке мы встретились, с разным опытом. И для чего дается такое смешение? Когда это все становится гармонично связанным, когда мы понимаем изначальный источник своего. Здесь Кришна говорит: изначальный источник — это моя обитель, я сам. В образе, в другом образе с флейтой, играющих, не выполняющий никаких обязанностей, наслаждающийся прекрасным, возлюбленный, вот что изначально, кто такой Бог.
И достигнув это место, он не вернется даже на Вайкунху, на духовный фундамент, если попадет на голову Вайкунху. Потому что она в этих Вайкунхе его знает именно как Бога. Личности, что на Галоке его не знают как Бога, а знают как друга, как возлюбленного. Они забывают, что он Бог. Такой силы Бог, такая любовь, что они даже забывают, что это Бог Кришна. Как источник Бога. От Кришны происходит первая экспансия, Баларама. Баларама четверная экспансия, Сакашана Прадюна Нирудха и так далее. И так далее, конца и края этого момента. Здесь материально мы видим Рама, Вишну, Шива, другие ипостаси. Тут можно запутаться, когда эти выйдете, вы увидите, что там такой пантеон богов, Боже мой. Не разобраться ни одному ученому, востоковеду, называют индуизм все в одном. Взяли, берете индуизм, все, там невозможно. Но как только познаете Кришну, начинаете понимать, что это. Как есть царь, есть министерство всевозможные. И когда вы понимаете, что все связано с царем, тогда становится понятно. А вот если все министры будут взяты независимо от царя, вы не понимаете, что за чувство. Итак, нет главного хозяина, нет порядка. Ну, что порядка везде есть во вселенной? Порядка нет такого слова. Нужно знание. А знание позволяет именно знать источник всего, с чем все связано, и полубоги, и люди, и животные, и насекомые, и растения, и планеты, и галактики, и вселенные. С ним не причина всех причин, это Бог, Сарва Карана Карана. Говинда означает источник чувств также, источник любви, источник мамы, папы, брата, друга, учителя, источник всех ценностей. Но когда мы привлекаемся отраженной ценностью, мы играем с отражением, мы ничего не получаем, все это включается, ничего нет. Поэтому Веда говорит, повернись к источнику, достигни его обители по-настоящему, ты никогда не вернешься к отражению, материальному отражению духовного мира. Если вы видели такое отражение на берегу озера, когда дерево стоит, там это же сверх ногами, корни наверху, в отраженном дереве, а макушка внизу, все наоборот. Также и здесь, чтобы мы пришли к источнику, нужно идти к корням. А они изучают просто мертвую материю внизу. Все перепутали. Они думают, что корень внизу, а он наверху. На высшей планете кого-то недавно. Это перевернутое изображение. В 15-й Бхагавад-гите будет объясняться, что этот мир как бы обманывает нас, создает иллюзию неправильного восприятия. Люди до сих пор не могут понять, какая земля, круглая или плоская. До сих пор идут ожесточенные споры сейчас в науке. Сейчас отвергаются многие эти теории астрономов, физиков, химиков. Сейчас что творится вообще в умах людей? Интеллектуальная революция. Они люди другое вообще. Как это, как я, когда я был ребенком, вы тоже знаете, как я галлюцинировал. Я говорю, папа, покупай мне гидрокостюм и длинную-длинную трубку, чтобы дышать можно было. Я хочу спуститься в Марианскую впадину. А что тут сложно? Я же в ванной погружаюсь. Но так же в Марианскую, только трубку подвинешь, сделаешь все. Это галлюцинация называется. Это детское было просто воображение, незрелый разум. Отец улыбнулся, конечно же, и сказал, ну так, не получится. Но почему? И он мне долго не мог объяснить, почему. Как ребенку объяснить, что давление, там еще что-то, перефиксировано. Это не имеет такого образования. Он просто дарит в трубку и имеет опыт, ну трубка же есть, я же дышу. Ну просто удлинить, ну длинную, шланг нужно. Всего-то 10 километров и все. Я погружусь, буду дышать. И вот он не мог мне объяснить, помню. Говорит, нет, нет, так не получится. Ты знаешь, вот когда водолазы спускаются, вот у них там какая-то кулька. Не акваланка. Они тут на дно, там, на какую-то глубину, 10-15 метров не могут опускаться, скажем, не больше 20 воздуха. Больше 20 уже кислородная болезнь. Нужно менять состав воздушного дыхания. И компрессор сверху накачивает им воздух, они не могут вдохнуть, потому что там разница в давлении. Легких силы не хватает сделать вдох, понимаешь? И там компрессор, я не мог понять, почему. Да не может быть. Просто дыши себе, дыши. Нет, не вдохните. Итак, вот эти человеческие представления, они очень несовершенны обо всем. Мы галлюцинируем.
Повоображаем, представляем. И как сейчас плоская земля, круглая земля, магма или что там вообще внутри, а может там слон или черепаха под землей. Там же написано в Писании, когда землетрясение происходит, это слоны там чешутся, знаете? Я думаю, ну слушай, до такой же степени уже так нагло брать. Ну ладно, там, ну, ошиблись в теории, но там, ну, такая, вот такое вранье вообще, слоны там чешутся. Можно понять такую вещь? Вы думаете, нет таких слонов? Есть такие слоны. Сейчас расскажу про слона. Вот вы не верите, а слушаете, почему не слоны. Вот интересно же все-таки, понимаете, что это слона. На котором мы сидим сейчас. Даже не знаю. Гаруда, когда родился, все знают про Гаруду, да? Если подготовлены, образованы. Гаруда – это носитель Господа Вишну. Это птица, царь птиц. Птица, которая может свое могущество увеличивать по собственному желанию. Какой угодно силу может иметь. От рождения был так благословлен таким рождением. Когда он родился у своей матери Винаты, он посмотрел, что его, увидел, что его мать Вината исполняет все приказы своей сестры Кадру и его детей змей. Это проживается. У них разные дети. Вината захотела птицу, сыновья, а Кадру захотела змей. И они сделали, как Ваджрапати создали. И вот Гаруда спрашивает: мама, а почему мы должны выполнять все их просьбы? Почему так устроены наши отношения? Почему не наоборот? Она говорит: потому что я в рабстве, дорогой сынок. Я проиграл спор своей сестре и стал ее работой. А что нужно сделать, чтобы освободиться от рабства? Спросил Гаруда. Ну, я не знаю, ты спроси это сестры и узнай. Пусть они скажут сами, что им нужно взамен получить. И Гаруда пришел, спасибо, узнай. Что вы хотите получить взамен, чтобы мы были свободны? Ну, он всемогущий, очень могущественный. Да. И они сказали: ну, мы хотим небесный нектар, бессмертие, амриту. Если ты добудешь напиток богов, амриту, бессмертие, вы будете свободны с матерью. Они захотели бессмертия. А напиток Амрита хранится очень надежно, полубогами, армию полубогов, там всякие есть препятствия, есть змеи страшные, которые хранят, ядовитые глаза у них, говорится, во все взгляды слепляют. То есть там такие мистические существа окружают эту Амриту, и вот это недоступно ни для одного смертного, только полубоги могут прикоснуться к Амриту. И Гаруда полетел. Но прежде чем полетел, он спросил: мама, только вот у меня проблема, я только родился, еще ничего не ел. Укажи мне мою пищу. Когда мы рождаемся, нам родители указывают нам пищу. Вот это можно? Ты не знаешь, что мы на руку все впадаем. Гаруда спросил. Мать сказала: тут есть одно племя, нишады. Плохие люди очень. Они обманывают, воруют, грабят, убивают, нечисто живут. Вот ты можешь съесть несколько тысяч и идти дальше. Это будет твоя пища. Гаруда проглотил несколько тысяч этих племен и не наелся. Пошел к отцу Кашьяпе. Папа, мама мне дала пищу, ну, только на нем. Скажи мне, чем мне насытиться? Я должен совершить, ну, тяжелую вещь, нужно амриту добыть. Перед большая битва, много сил нужно, но мне нужна хорошая пища. И Кашьяпа говорит: подожди, за мной сейчас будет. Прямо здесь. Я тебе расскажу пока историю. Были тут два брахмана, жили в этой вселенной. Я их знал лично. Два великих подвижника, могущественных брахмана, которые постоянно спорили. А теперь слушай, давай поделим имущество отца на средства пополам. Часть тебе и ровно половину мне. А другой говорит: понимаешь, если мы разделим имущество отца, разделится наши семьи. Неблагоприятно. А тот настаивал, а тот отстаивал, тот настаивал, тот отстаивал, настаивал, отстаивал, так всю жизнь. В конце концов, старший из них так разгневался. Слушай, дорогой брат, ну ты такой негодный, ты такой строптивый. Я тебе объяснил уже, как это ужасно плохо делить имущество рода, потому что каждый, обладая независимым богатством, начинает гордиться этим богатством, они начинают терять родственные отношения. У них хватит соотношения, об этом узнают недоброжелатели, приходят к ним, разоряют их,
на мелкие части сбивать их рот, и рот пропадает, сгинет просто. И ты все равно настаиваешь, несмотря на то, что тебе все это уже подробно объяснил, я тебя проклинаю, стань слоном. А тот вот мне сказал, ты станешь черепахой. Ты в следующей жизни родился, не слоном, ты будешь черепахой. Этот слон был около 10 километров в длину, и высоту был там около 6. Не на этой планете, а на другой планете. И черепаха была где-то 15 миль вот, в окружности только, и 3-4 километра в высоту. И озеро там было большое какое-то. И сейчас этот слон как раз идет сюда, грубо. Он сейчас шумит, ходит в воду, трубит, хобота так сворачивает, гибень она вот втаскивает и ждет черепаху. Сейчас она всплывет. Всплывает и начинает вот так встать ногами, бить бивнями, давайте, брата. А она его кусает за ноги, второпает когтями, и целый каждый день, с утра до вечера, они дерутся на сумасшедшие. И все вокруг беспокойство, тут и рыбы, и птицы, и все, кто вокруг и живет, ужас, кто ты их испишет. И тут столько страданий. Они друг друга не любят, это хорошая пища. Ешь, будет тебе пища. Понимаете, наверное, нет? Ну, тоже может стать пищей, это вот. Ну, скажешь, ну, это сказка все-таки так или иначе. Нет, никакая сказка. До сознания Кришны нас всех эксплуатировали. Или мы кого-то эксплуатировали. Не так, да, как мы живем. Мы жили в системе, которая просто эксплуатировала. Берет после энергию человека. А что дает взамен? Пенсию. Ну так вот мир устроен. Где нет знания, где нет отношений божественных. Но Кришна говорит, достигни других отношений. Живи со мной. Как? А просто сейчас жить по моим законам здесь, не придешь ко мне. Почему мы не можем жить по законам Бога, находящихся в этом мире? Можем, мы можем быть по законам Бога. Повторять его имена, говорить о нем, о его возвышенных качествах. О чем еще говорить? Самая лучшая тема. Самый лучший способ продвигаться духовно, возвышать свои мысли и качества, думая о Боге, говорить о Боге, воспевая его имена, служить ему, совместное служение, как миссию. То есть мы можем распространять хорошие вещи по всему миру. Столько дел хороших. И мы никого не будем эксплуатировать. И нас тоже никто не будет эксплуатировать. Освобождение сейчас получает миссию. Тот, кто вступает в миссию, он считает уже освобожденная душа по факту. Он же не достиг еще освобождения как такового, но он уже в процессе. Он уже освобожден, потому что он служит Богу, а не своим чувствам. Он никому не причинит зла, отвечает, что он говорит о Боге абсолютно истинно. Голока Вриндавана. Когда человек достигает сознания Голоки Вриндавана, говорится, что ему все равно, куда дальше идти, в ад или в рай. Для него это не имеет значения. Куда бы он ни пошел, он связан с Богом. Для него нет разницы между рай и адом. Но это очень возвышенное сознание. Это очень высокий уровень. Итак, видите, чтобы пояснить этот стих, хотя бы вкратце, нужно было рассказать о целой вселенной что-то. Об этом устройстве, что это наука. Духовные миры, материальные миры, есть промежуточные миры, есть низшие миры, есть 400 тысяч видов только людей по Вселенной, есть 8 миллионов других форм жизни, водоплавающих, растений, насекомых, млекопитающих. Я описываю подробно это устройство. И все живые существа, они эволюционируют из жизни в жизнь, прежде чем достигнут наконец человеческой формы жизни, и придут сюда, в этот перекресток, и увидят маленькую Вселенную вокруг себя, а придут этот опыт за несколько десятков лет. Все тут нужно познать. Все смешано здесь. Но нужно знать, с чем все связано. Иначе человек будет хаос, разочарование. Суета-сует, скажет Соломон. Потому что так он не постиг Бога до конца. Это было очень близко. Я говорю, он был очень близко. Бог, он слышал его голос. Но все же чего-то не хватало. И Бхагавад-гите именно об этом говорится, как же достичь этой обители Всевышнего. При помощи бхакти-йоги это легко достижимо, но по-другому невозможно. Только через любовное преданное служение, то, что нам дал Шрила Прабхупада, дал эти комментарии, эти знания, Суд Махабхараты, Рамаяны, с
Шримад Бхагаватам читаем, Чаритамрита – это колоссальный богатство духовное. Все открыто сейчас человеку. Единственное, он должен просто делать выбор сам. Что же он хочет? Придя в этот мир, пройдущий сюда. Спасибо большое. Может быть, пару вопросов? Я хочу задать вопрос. Где? Просто вопрос, поднимайте руки. Наверняка есть люди, которые впервые слышат какие-то термины, названия. Может быть, вам интересно поподробнее узнать об этом? Что, нет ни одного вопроса? Все уже на голубке, забрались на голубке. Важно посещать святые места, но это может быть и принести пользу, говорится, в том случае, если человек едет туда в свою церковь. Например, большинство людей приезжают в святые места, чтобы сделать омовение святые. Думают, что там да, именно говорится король. Истинная цель посещения святых мест. Встретить садху, услышать о Кришне. Из уст. Святые места теми грехами людей, которые приходят туда и оставляют их там. Совершенно омовение и так далее. Прибывают в святое место. Только оскверняется, что уже не узнаешь, что это святое место. Там те же беспокойства, как бы полная лобби с материальной жизнью становится. Много проблем с ней. И говорится, что когда святое место посещает святой, чистый человек, он может очистить святое место, снова восстановить его. Мы знаем, что святые места иногда время древние уходят не в состояние, а потом восстанавливаются как. Нас с вами, допустим, не наш, а Лакана с вами посвятит Господу читать. Много святых мест по наследию Господу читает. Сам Господь читание обновлено рада кунт, который был утрачен. Санатана Гасами достаточно. Возник видел, которые были когда-то утрачены и эти места будут поныне в разных частях света, не только в Индии, оказалось, как Акунёва, Подомском, как Аркаим, по Челябинском, как в Америке нашли тоже в Бухте-Вишу, как храм Агни в Нейсикуле, в пещере. То есть кругом была ведическая культура когда-то. И она приходит в упадок, не проявлено, и святой человек может его восстановить. Придать им смысл, актуальность, необходимость, как Прабхупада дает гибрити и результат. Все, изменяется того, кто читает комментарий Прабхупады, что это приятно не делает. Количество ученых, когда все мнение излагает, нет. Кто-то дает Кришну, Кришна говорит Бхагавад-гиту. Собирать его смысл слов.
Он о себе рассказывает. То есть это о Боге, который рассказывает сам Бог о себе. То есть все остальные цитируют Бога, который это Бог. И ничего не нужно придумывать. Это невозможно придумать Бога. Таким образом, садху восстанавливает Бога, и его облик истины можно установить в сердце. В этом значении святых мест. Святое место можно уподобить музею. Я был в музее Советского в Петербурге. Там Анатолий Мойко, это надо сейчас точно. Не недалеко от него. И там музей Достоевского, это писал преступление на вашей Достоевского, и там был письменный стол. Там еще какая-то бумага, рукопись осталась, рукопись письменная. Писал. Одежда его сохранилась от Ронной Силы. То есть то, что когда-то было, все сохраняет историю. И когда вы заходите, происходит трансформация, начинаете чувствовать присутствие личности в этом музее. Это подобно тому, что вот Кришна приходил в Риндаун, и там сохранились те места, где были сделаны действия. Если место на Куршетине, он рассказал Бхагавад-гиту, там стоит такая огромная скульптура колесницы с Арджуной Кришной под стеклянным колпаком. Большое дерево баньян. Это место, как бы исторически еще туда. Очень-очень мощная самскара, очень сильное впечатление. То есть вот, все сомнения у вас развеиваются. Химону, Вриндаву, дерево, на которого Кришна танцевал, допустим, Химону, до сих пор оно растет из одного дерева, растет снова, снова и снова. Когда ваша вера становится твердой. Так, кто должен вам рассказать? А не какой-то фантазер, выдумщик. Или кто-то, кто хочет со своим мнением поделиться. Вели трансцендентным Богом. Он не искажает эти вещи, передает, как бы человек. Это будет главное, и на всех местах сатвы живут в самом. Их гравитацию не поставят. Обычно люди избегают своих мест, чтобы жить там. В музей придут. Но жить все. Человека в Америке жить устал там. Не повторять. Благовоники предлагают. Ты жена, ты человек не могла видеть, как мы добрые. С вами же вам нужно в другое место для жизни. Я не могу жить в храме. Люди могут жить все по месту. Мы приезжаем туда время от времени иногда, и под старость лет, когда уже мы теряем силы, рекомендовано, например, выехать в Риндаун умирать. Это когда начинаете умирать, то чувствуете. Сразу выехать в Риндаун. Там слышно разговаривать. Можно микрофон? Сейчас. Гуру Махарадж, вот вы подобны этому лебедю, как вы рассказывали о Раджамсе, зовете нас во Вриндаван, но я, по крайней мере, как эта цапля, которая хочет этих пиявок, и как перестать возвращаться. Что, ты до сих пор хочешь? Развиваем более высокий вкус. Ниже забываем вкус. Постепенно все эти вкусы наши изменятся, уже изменятся снова. Но даже идти дальше. Если вы в полете, не переживайте полет. Продолжайте свой полет до конца. Что когда молишься Богу, когда ты просишь о чем-то, то это Бога. И хотел вас узнать, как правильно общаться с Богом, чтобы не было вот этих
отношения, потому что все равно, когда бываешь, допустим, в другой культуре, то ты все равно просишь, то есть неважно чего, но ты просишь, это благополучие близких или свои личные выгоды. То есть как правило. Это не такая проблема, как ничего страшного. Кришна, он умеет торговать тоже. Ему интересно. Даже не важно сейчас, с каким мы обращаемся к Богу, мы молимся, а важно, что сам факт, что мы молимся Богу. Вот это очень важно. Нет? Это уже дело человека благочестивого. То есть он с Богом. И поскольку он обращается к Богу, он получает опыт общения с Богом. Этот опыт, он сильнее желаний. И постепенно вытесняет наши желания. Главное не переставать это делать. Все. Когда человек именно хочет что-то материальное, получив это материально, он забывает больше молиться Богу. Вот это проблема. Не в том, что он обращается к Богу с мотивом, это не такая уж проблема. Солнце очистит любое нечистое место. Важно быть под солнцем. Вы продолжаете это делать. Пусть у вас есть сейчас какие-то свои тревоги, материальные, да, естественно, но обращайтесь по любому поводу. Но не прекращайте это. Так же, как и любви. И все очистится. Но это мы настроение. Мы должны знать, что мы имеем достатки хорошо. А, здесь микрофон, пожалуйста. Вопрос. Как может заниматься преданным служением Богу человек, который не находится в сознании Кришны, в своей организации? Либо же он не может этого делать? Это хорошо, это хорошо. Как может заниматься преданным служением Богу человек, который не находится в сознании Кришны, в организации? Хорошо, но он должен иметь духовного учителя, потому что без представителя Бога это невозможно осуществить. Дело в том, что у нас сейчас нет духовной квалификации, чтобы служить Богу, Богу духовному. Так? У нас есть какие-то материальные еще стремления. Поэтому, как бы, мы предлагаем свое служение несовершенное духовному учителю, а он уже передает Кришне. Гуру Парампара для этого существует. Он представляет нас, и по его как бы, милости, поскольку он уже преданный, доверенный, преданный, Кришна обращает на нас внимание. Так и говорится, что на непосвященного я не обращу внимания. То есть человек должен служить духовному учителю. Тоже не Кришна, не прямо Кришне, а через духовную учителя. Говорит, что не тот преданный, кто мне предан, но тот преданный, кто предан моему предан, настоящий предан. Потому что любой человек обращается к Богу непосредственно, не нужно никаких посредников. Это неправильная позиция. Не посредники, нужна прозрачная среда. Например, если у меня плохое зрение, я одеваю очки и вижу, вот что мне нужно. Мне нужен духовный учитель, через который я могу увидеть Бога. В его сердце, через его сердце, через его служение, через его пример. Есть история об одном священнике, я прочитал, это Ладик, он уже умер, российский священник, православный. Он был знаком с преданными. Он написал много стихов, рассказов, такой талантливый человек, много картин оставил. И он был разочарован в конце жизни сильно, тем, что в мире слишком много несчастий. И его очень любили люди. Он был взглядом очень широкий, не был таким сектантом, который борется, знаете. Любящий человек. И однажды к нему пришли его как бы, ну, подопечные, что ли, духовные. В его деревне, во дворе они расположились, пообщаться с ним. Он вышел и спросил, может быть, какие-то вопросы волнуют. И один молодой человек сказал, спросил, зачем нужен наставник? Ведь можно прямо к Богу обратиться. Наставник может исказить, обмануть. Почему говорится, что здесь все нужен наставник? И быть послушником нужно. И Ладик, этот священник, он расстроился несколько от этого вопроса, поскольку сам был наставником. И замолчал очень. И все замолчали тоже, почувствовали, что атмосфера какая-то странная сложилась, недоверие к нему. И в это время была осень, по-моему.
Вот именно теми стая журавлей в небе. И все услышали резкий журавлиный крик и посмотрели туда. И увидели, что один из этих журавлей сильно отбился от стаи, летел низко. Видно было, что у него проблемы. И крик издавал вождь, лидер, вожак. Он повернулся и крикнул, и вышел из клина. Его место занял следующий вожака. Он стал возвращаться к этому слабому журавлю. И там, рядом с ним, махал крыльями, кричал, вдохновлял, они поднимались вместе. Поставил его на место и занял снова лидерское положение. И они улетели. И все чувствовали, что не получили сильный ответ. Все было на рост похоже. Наставник необходим. Невозможно совершать преданное служение, находясь в одиночестве, в мире, в океане иллюзий и страданий. Это невозможно для человека. Без помощи Бога, через Гуру Парампару. Она через Гуру Парампару, через этот канал приходит. Через того, кто уже привязан к Богу, любит Бога, говорит о Боге, живет для Бога. И такому человеку служа, мы получаем возможность прибиться к Богу. Поэтому я не знаю, не организации сознания Кришны, другой организации, найдите другого учителя. Вот что я. Вот я слышал, что многим открывается временного плана, а некоторым не открывается. И также вот святые места, да, кому-то открывается, кому-то не открывается. Вопрос такой, какое ума настроение должно быть у преданного, чтобы открылось святое место или храма, и что необходимо вообще для этого? Святое место, оно находится в сердце чистого преданного. Поэтому мы должны ехать в Дхамму, чтобы общаться с преданными. Как там открывается? Преданный может показать вам. Иначе мы увидим там что? Если мы не будем именно с преданными общаться в храме, придем туда как туристы, будет там мусор, индийскую жару, вот. Что там еще? Можно заболеть и в сердце подходить какое-нибудь. Можно наступить на колючку, рассказать всем, как это было. Экзотика. Экзотику можно что-то. Можно увидеть там свиней, мусор также. Все что угодно можно быть, но только не Кришну. Мы видим поверхность Дхаммы, как бы, внешнюю оболочку, которая отпугивает материалистов. Очень простая жизнь на Вриндаване. Некоторые садху живут по деревне вообще. Поэтому просто видим туда с преданными. Обычно это фестиваль, праздник, у нас же хорошо, все равно дома. Вы видите, автоматически общаюсь с преданными, потому что классы, Бхагаватам каждое утро, на парикраме мы слушаем, ездим, слушаем, ездим, слушаем, 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 слушаем о Кришне тех местах. Поэтому я не думаю, что нужно беспокоиться в нашем случае. Организация, кстати, здесь вот хорошо все устроила. Такой вопрос, как достичь смирения? Вот хороший вопрос. Это очень важно. И те, кто об этом думает, обязательно должны смирением практики. Просто нужно практиковать. Вот это желание реализуется. Это хорошо, потому что есть такой вопрос, такое желание. Необходимо. Смирение также встречается в философии, иначе вы не назовете подлинное смирение. Есть как бы имитация также. То есть философски мы должны знать отличие материи и духа. Это и есть основа смирения. Я не это делаю. Я душа. Вот это уже завершение смирения. Полное смирение. Поэтому все, что с телом происходит, уже на вас не влияет, как раньше. Вы можете терпеть. Смирение появляется. Что я не тело. Это тело оскорбляют, вы можете перенести. Потому что вы не тело. Это тело прославляют, вы тоже это можете перенести. Я не это тело. Это тело болеет, вы можете перенести, потому что я душа, я не тело. Вот оно настоящее смирение. Изучайте, практикуйте. В течение этой жизни мы должны научиться смирению, чтобы утерять судьбу, как душа. Мои поклоны.
Вы знаете, вот видение там немножко непонятно мне этот момент. Вот где Кришна, ну, Шрила Прабхупада говорит, что живое существо, оно когда через цветное стекло оно проходит, да, оно переломляется, и Шрила Прабхупада называет живое существо, оно материальное. А вот Кришна, он же создатель всего, он создает все, он поддерживает, он верховная личность, он не подвержен. Вот. И так бы мы не знали эти знания, потому что Кришна нам показывает, если бы он был подвержен изменениям, тогда бы он не показал нам эти знания, не рассказал бы нам эти знания. А здесь Шрила Прабхупада говорит про живое существо, что оно материальным становится. А мы столько раз слышали, что джива, она качественно одинакова с Кришной. Количественно мы маленькие, капелька с океаном, не сравнить. А мне всегда казалось, что все равно джива, она же полная. Вот. А здесь Шрила Прабхупада говорит, что она как бы она оскверняясь тут, становится материальной. Вот этот момент. Когда душа соединяется с телом, ее понимают вместе с телом. Когда душа соединяется с телом, ее нужно понимать вместе с телом. Когда душа соединяется с телом, ее нужно понимать отдельно от тела. То есть тот человек, который себя с телом не отождествляет, вы с ним общаетесь исключительно как с душой. Ничего связанного с телом нет между вами. Но если вы общаетесь с преданным, который себя с телом еще отождествляет, вы должны общаться вместе с его физическим умственным состоянием. Это вопрос как бы контакта с материей. Поэтому если душа в этом мире описывается не как душа материальная, а как живое существо, смешение материи. Это отдельный термин, живое существо называется. В этом мире живое существо – это сочетание материи и духа. Например, душа – это уже без материального, просто без влияния духовности. Освобожденная душа. Вот. Поэтому пока мы говорим живое существо. Точно тело. Та капля воды, вы говорите, упала на землю и смешалась с грязью, с землей. И теперь она мутная. Вот когда она отстоится, вы увидите, что она чиста. И земля – это не вода. А когда она вместе смешана, вы не можете отделить. Вот если хотите вытянуть грязь, то выкиньте вместе с водой. Вот что происходит. Мы не имеем квалификацию, чтобы самим двигаться Богу. Допустим, правильно. А тогда так, вот, если мы вообще никакой квалификации не имеем, а как мы можем определить, что такое истинный Бог? Если мы не можем определить, да, мы же не можем квалификацию не имеем, то есть мы не видим никого. А как мы определим, что такое истинный Бог? Мы не можем определить, правильно. Шастры определяют. Мы опираемся на шастры. Ну, а тогда как мы можем определить, какие это шастры истинные или неистинные? Только шастры определяют. Нет другого. Например, вот представьте, что вы в пустыне. И не знаете, куда идти, уже проблема, воды нет. Чувствуете опасно. Идет человек, насвистывая песенку. Тут уже падаете без сознания, он весело напевает песенку, идет мимо. И вы говорите, куда идти, где вода? Он говорит, туда. У вас есть выбор такой вещи? То есть, а кто сказал, что там вода, докажите мне. У вас есть выбор? Нет у вас выбора. Примите шастру. Потому что кто-то на святую печень не так, и кто-то поет Харе Кришна. Пока люди страдают, кто-то поет Харе Кришна без труса. А можно еще один вопрос? Нет, все, давай следующий. Ты еще этот не услышал, уже другой следующий. А это сначала. Боится же то, что если он не усмиренный, то он худший враг, а если усмиренный, то он так. Как сделать ум друга? Как сделать ум друга? Значит, нужно 100 раз Рупашмапрабху утром и 100 раз вечером. Так, дрессировка ума. Ну, это образно. А вот то, что Кришна говорит, Бхагавад-гита мне это дает. Куда бы ум ни уходил,
да, который не подчиняется, бесконтрольный, куда бы он ни уходил, возвращая его снова под контроль своего «я», как только заметишь, что он куда-то пошел. Он очень хитрый, он знает, как вас увлечь, но как только вы замечаете, за шиворот и обратно, слушай Хари Кришна, говорит, да, я слушаю, постоянно, я знаю. Только смотри, вот там помнишь, что было? А, да, помню, что было. То есть он слушает, слушай Хари Кришна. И он всегда об этом куда-то указывает, какие-то места, знаете, куда? Все одно место есть такое, куда он постоянно склоняется. Кто знает? Противоположный пол. Куда бы он ни пошел, он придет именно туда. Назад, на шейник. Слушай, Хари Кришна. Он привлекает, что интоксикация, незаконные сердца, азартные игры, нежные махинации. Вот что и привлекает. Это для ума очень остро. Азартные игры, знаете, незаконные сердца. Люди об этом любят думать, вот это ум. Но мы говорим, Хари Кришна против. Он будет уходить назад, и постепенно он смирится, потому что это оказывается хорошо для ума. Он будет счастливым, очистится, как этот ум сравнивает с белым лебедем еще очищенным. Он такой прекрасный, оказывается, чистый. Он ваш друг, он знает, как плыть в этом океане блаженства. Так вот эта практика очень хороша. Хорошо, мы закончим нашу беседу. Сейчас у нас по программе. Так. Всем спасибо, преданные.